убирался тяжело. Быстро с уроком. А теперь убираюсь на площадке. Урок такой вот. You touch my palala. Мы согреем вас потом. Там пробежки не было часа. Там пола не было часа. Всем привет, друзья! С вами Саня. Я увидел, что уборка на прошлых площадках вам очень сильно понравилась, судя по активности, и я для этого решил снять для вас новую часть. Обязательно перед просмотром этого топового ролика убедитесь, что вы нажали на лайк и подписались на мой канал. А мы полетели. Надо убирать же. Кто его знает, что там на баскетбольных площадках насорили. Правильно? Ух ты, ё-моё. Какой-то прям лаки дай. Счастливый денек. Опа, на, пацаны играют. Опа. О, какие-то ягоды растут. Какие-то ягоды здесь растут. Какие грязные щиты. Спелые ягоды. Мне всех убирать надо. You touch my palala. Ничего, что я здесь. Тут просто начальство сказала поподметать. Мне можно переставить вот сюда? У меня перчатки чистые, если что. Надо протереть щит. О, щит. Надо протереть щит. Вы не против, я сейчас тут. Я ненадолго. Относительно. Больше на кольце. Как будто какая-то перхоть. Ну, в кольце же не может быть перхоти, да? Ай-яй-яй. А так летел хорошо. А получилось как фанера над полем. Да? Так я, чтобы вам чище было просто. Начальство сказало именно поднести баскетбольную площадку. Я не знаю, насколько, может, вы надолго. Баскетбол? Да, да. А вы хотите, чтобы я с вами покидал мяч? Два на два? Да. Ладно, давайте я попробую, можно? Сейчас положу только свою швабру. Недавно купил. Может, кто-то хочет отдохнуть? За них одну игру сыграют. Пусть играют. Как раз чуть посидим. Саша. Вот. Саша. Валера. А можно я брошу хоть один раз? Мячик чистый, уже протёр. Это повезло. Только у меня как-то постоянно именно нога вот так уходит. А вы как бросаете? Я понял. Ладно. Так может я вашим тренером буду? А мне не надо тренера. У меня денег наверняка не хватит на тренера. Ну, открыт. Ну, в принципе, да. Забивай. Ну, крепче мяч в руках держи. У меня перчатки тут хорошие, прорезиненные, можно нормально цепануть. Ай-яй-яй. Хорошо. С моей стороны плохо, но с твоей хорошо. Защита. Выше ран. Что-то ты прям медленно так. Нет! А почему нет? Хавать, хавать. Хорош! Забрал! Ой, блин! Ой. Ё-моё, только купил, уже облазят. А нормально спечатки? Нет, а ну. Ну, а я сейчас убирать буду. Если придет наблюдатель, что он скажет? А я без перчаток, не в рабочей форме, в рабочее время. Почему? Кидай так, не кидай. Почему нельзя кидать? Я не знаю.
Нам одну, нам одну. Смотри. Ой, все нормально? Я здесь обрежу со временем. Да, спасибо большое. Чтобы они не мешали. Просто так красиво, вроде как декорации. Ой-ой-ой, сволку. Надо было руку не опускать, он бы потерялся. Может, я все-таки сам. Ладно. А вы одинаковые, да? Ну да. Мы вообще троняшки. А это только троняшки? Ну да. Ева. Но она же на вас не похожа. Ну, короче, мы троняшки. А, какой счет? 4-0. Ноль? Да. Ноль у нас? Да. Ого. Да ё-моё. Жарко, правда. Да, такого немножко растянется. Тогда будет холодно. Да. В этом и суть же носить теплые вещи. Я ведь так думал. Так вам же жарко. Ну, будет же холодно. Соответственно, надо все долой. Мы согреем вас потом. Пацаны, что-то мы летим. Странно, но забил. Проиграли. Так, мы выходим. Вы остаетесь второй игрой. Пора включаться. Ладно. Хватит. Ё-моё, как закрутился. Левой рукой. Видел это? Так, может, вы не уборщик? Соскочила с руки. Все-таки. Везение не иначе. А вы только тут убираете или еще? Ну, по этому району в основном. Two point count. Сань, го в баскет играть. Что ты там делаешь? Ну, блин. Бро, ну я же зову тебя. Да, да, что? Что ты делаешь? Я в игру играю. В игру? Что за игра? Да, играю здесь в игру Crazy Monkey на покердоме. Я думал, ты слышал о ней. Здесь много прикольных игр, если честно. Но я больше по олдскулу, понял? И как сейчас, тебе? Надеюсь, выпадет веревочки мои любимые. Главное, чтобы не упал кирпич, понял? Что у нас по двойке? О, тоже бананы. Люблю бананы. Дальше что, пятерку давай? Давай, давай. Давай, ну, только не кирпич. Бананы, let's go. Везучий. Ну так. Не, на самом деле игры топовые, и по промокоду онлайн можно получить 1000 бесплатных приспинов и 100% к депозиту. Поэтому переходите по ссылкам в закрепленных комментариях и кайфуйте. Это реально прикольно. Защита стала поплотнее, так понимаю, да? Пробежка. 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 У тебя? Он без чека сейчас. Давай, дай чек. Сашана. Давай, молодец, сюда! Просто! Хорош. Прям столом. Ну, конечно, так ударить меня. Конечно, пол. Кепка нормальная? Да. Давай, я купил в эпицентре. Да. Хороший пас. Не-не, хороший. Что-то игра вообще не клеится. Давай-давай, ты просто клей. Как карпатская джерель. Это, я тебе скажу, еще то искусство. Надо все кольца помыть, всю, весь пол убрать, листья все собрать.
Какой, який спорний він м'яч? Там out of control не було, ти вів м'яч. Він м'яч вибив, я загубив контроль. Як би в нього вийшов? Ну, вибив м'яч, скажи. Вибив, ну так що ви? Починаєте. А ви ходили на баскетбол? На баскетбол, на волейбол, на всі секції в школі. Потім вигнали. Поэтому убираю сейчас. Убирался быстро с уроком. Поэтому. А теперь убираюсь на площадке. Урок такой вот жизненный. Теперь делаем ветер. А ты не выхватишь. Там пола не было сейчас. Ну и конечно, молодец. Я бы даже руку возьму. Как вы так прыгаете вообще? Я после того, как именно поубираю, прихожу домой, повешу пакетов. Гречку купил, мясо, ну как положено. Ну, типа. И делаю на спинку, да? Потом повесил сюда, поприседал. Платить за вот эти вот тренажерные, вот эти, как они? Зал. Актовые залы, да. Это все перчатки. Я же говорил. Видишь? Эксперт. Это вы точно эксперт. Перчатку теперь. Фу, да, шаром. Хоть что-то чистое ее коснулось, кроме вот этой пыли. Куда? Сюда. Сейчас? Ну да. Брозеры, огромное спасибо, что досмотрели этот топовый ролик до конца. Надеюсь, он вам зашел. Комментариев побольше насыпьте. Собираем 30 тысяч лайков и выпускаю нового уборщика на баскетболе. Обязательно еще подписывайтесь на мой инстаграм. Он будет где-то вот здесь. А с вами был Саня. Увидимся в новых крутых роликах. Пока. Нет, это. Ну, покидай, он нормально. И вот так. Сейчас телефон поищу.